Привет, с вами Каролина, и в этом выпуске. Черно-белый джаз в памяти Луи Армстронга, группа Miles Babies, Old Car Fest, Алексей Мачанов и группа Country Annapolis, трубач Алексей Герман, а также ночь французского кино в кинопанораме. О Луи Армстронге можно говорить бесконечно, но лучше всего о нем расскажет его музыка. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. В программе «Черно-белый джаз», которую представит Киев арт-ансамбль, будут звучать лучшие произведения Армстронга. Для вас музыканты воссоздадут уникальную, яркую импровизационную атмосферу концертов великого короля джаза. Каждый музыкант начинает свою творческую жизнь по-разному. Кто-то ходит в музыкальную школу, кто-то занимается самостоятельно на дому. А Луи, будучи подростком, попал в исправительное заведение, где он впервые взял в руки кларнет. Позже все пошло как по маслу. Его улыбку, голос и трубу знали по всему миру. Президенты и короли давали обеды в его честь. 29 июля в Малом зале Дворца Украина состоится концерт, посвященный настоящему королю джаза Луи Армстронгу. Группа Miles Babies отличается собственным музыкальным почерком и особой мелодичностью, присущей европейской музыке. Миллионы огней рассыпаются, и так и снится, вот за напрель на цыпочках по половицам подступается вплотную, кую ты захочешь, выбирай историю своего дня и своей ночи. В своем активе группа имеет сингл Acid Jazz и мини-альбом в ритме. Он же вошел в перечень лучших релизов 2013 года по версии «Молодого радио». Помимо уже знакомых хитов «Фраки», «All Inclusive» в ритме и «Сны Аризоны», вас ожидает презентация новых композиций. Сам концерт будет сопровождаться абсолютно новой видеоинсталляцией от киевского режиссера Светланы Рейниш. 31 июля группа Miles Babies представит обновленную концертную программу. Начало 20:00. Впервые в Киеве пройдет двухдневный фестиваль ретро-автомобилей. На выставочной площадке будут представлены ретро-автомобили трех категорий – отечественные, военные и европейские. В фестивале примут участие частные коллекционеры и представители клубов той или иной марки. Несмотря на свой почтенный возраст, все машины доберутся своим ходом. Участник выставки, владелец раритетного автобуса, будет доставлять всех желающих от метро «Вокзальная». Выставка будет проходить 2-3 августа на стадионе по адресу улица Просвещения, 3. В прошлом Алексей Мачанов – известный гонщик, но судьба внесла свои коррективы, и теперь он настоящий музыкант. Я осторожно ступаю по небу, чтоб не спугнуть наши мечты. И мгновения эти с пути не свернуть. Алексей собрал вокруг себя лучших музыкантов Киева. Их творческие эксперименты зазвучали на волнах Радио Рокс, Авторадио и Радио Шансон. Стилистика их группы Country Annapolis – это позитивный и умный кантри-рок в лучшем понимании этого направления. Стихи к песням пишет Алексей Мачанов, а музыка – это коллективное творчество всех музыкантов группы. Приходите 30 июля в клуб 44 на акустическую среду с Алексеем Мачановым. Начало 21:00. 29 июля в фестивале ресторации «Диван» для вас выступит известный киевский трубач. Алексей Герман – это постоянный участник различных джазовых коллективов. Он работал с Алексеем Боголюбовым, Стасом Чумаковым, коллективом «Джанго» и многими другими. Исполняет музыку в стиле латино в группах «Smack Band» и «Эджека Сон». Также выступает со своим авторским проектом «Highlight Quadra».
Услышать, как звучит труба в исполнении Алексея Германа, вы сможете 29 июля в фестивале «Ресторации диван». Начало 20:00, вход свободный. Если вы не знаете, где провести ночь, и у вас в наличии есть 100 гривен, то смело отправляйтесь в Кинопанораму на ночь французского кино. Чем ты занимаешься? Ты скульптор? Я не знаю. Попробую угадать. 7 лет убил на своей доске, и теперь меня повысят. Скоро мне светит комиссар, потом окружной комиссар и начальник управления. Я всех взлючу. Начиная с 22:30 вас ждут такие фильмы, как «Нежность», «Шутки в сторону», «Другая жизнь женщины» и «Маньяк». Добрый день. Я по поводу 114 проекта. Я поцеловала мужчину. Что? И кого? Не знаю. 114 проект обсудим позже. Позже. Поняли? На экране вы увидите знакомые лица. Одри Тоту, Амар Си, Жюльет Бинош, Элайджа Вуд и многие другие. Окунуться в мир французского кино вы сможете в ночь со 2 на 3 августа в Кинопанораме.